Всем привет, сравнение смартфонов Samsung Galaxy M21 на 4 гигабайта оперативки, 64 гигабайта встроенной памяти в голубом цвете, blue цвет, но это такой более бирюзовый, против Samsung Galaxy A50 на 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти. Вот, по габаритам, по высоте и ширине они практически не отличаются, отличаются по толщине и по весу. Вот, Galaxy M21, он тяжелее, тут батарейка в полтора раза больше, 6000 мАч против 4000 мАч у Galaxy A50. Основные камеры тройные, чуть отличаются по внешнему виду блок камеры и сканер отпечатка пальца на задней части устройства у Galaxy M21. Вот, по всему остальному по размещению элементов управления одинаково, тут кнопки включения регулировки громкости, слоты для сим-карточек. Снизу порты USB Type-C, динамик, микрофон и джеки для наушников. Дисплей по 6,4 дюйма. Включим устройство, зажимаем кнопки включения и смотрим, кто быстрее загрузит систему. M21 быстрее, и A50 догоняет. Дисплеи здесь не отличаются, 6,4 дюйма, 2340 на 1080 точек, что там супер AMOLED. Также не отличается операционная система, тут одна и та же версия операционки стоит, сведения в телефоне, сведения о программном обеспечении, One UI 2.0, Android 10. Закрываем. Перейдем в синтетический тест Geekbench 5, по техническим характеристикам пройдемся. У M21 используется процессор Exynos 9611, это 4 плюс 4 процессор 1.7 и 2.3 ГГц. Вот, тут используется на Galaxy A50 9610 процессор, то есть тут 9611, тут 9610. Видим, не отличается по тактовой частоте, но тут немножечко лучше процессор на Galaxy M21, видеоускоритель MLG72, тут отличий нет, видим одинаковые PPI, одинаковое разрешение. Смотрим теперь результаты теста, будут ли они как-то отличаться. Так, история. Ну, тест процессора, видим, да, есть 9611, преимущество на 9610. Одноядерный тест не отличается, но мультиядерный тест, видим, получше будет. И видеоускоритель, тут идентичные результаты. Закрываем, смотрим теперь комплексный тест в Antutu Benchmark результаты. В Antutu Benchmark не показывает особых отличий, микроотличия тут на 1000 баллов, но это даже можно не учитывать. Тут разницы нет, 177-176 тысяч. Закрываем. То есть устройство по производительности примерно одинаковое. То есть и по скорости загрузки страничек в интернете особой разницы не будет. Давайте сейчас проверим. Чисто на пару ссылочек. Вот сюда одновременно перейдем. Должны они плюс-минус вот одновременно загружать странички, там только на доли секунды отличаться. Да, видим, тут вообще синхронно было. Чуточку раньше нажал на M21, и он чуточку раньше загрузил. Назад возвращает вообще, да, если четко нажать одновременно, то вообще отличий нет по загрузке. Вот, то же самое по скорости открытия программ, например, календарь. Там, например, камера. Например, Play Market. То есть вообще разницы нет. Окей. И также покажу вам сейчас PUBG Mobile, откроем эту игрушку. Чуточку раньше запустил на A50, но тут тоже разницы по загрузке особой не будет. Просто сейчас покажу вам графику, которая стоит. Сам игровой процесс показывать не буду, он вообще одинаков. Вот графика тоже в виде максимум ультра, то есть не отличается. Окей, закрываем.
теперь перейдем в камеру. По камере на A50 25 плюс 5 плюс 8 мегапикселей тройная камера, на M21 48 плюс 8 плюс 5 мегапикселей. Сейчас я покажу вам примеры снимков на основные камеры типа устройств в сравнении. Что ж, по итогу можно сказать, что Galaxy M21 это дешевле версия, чем Galaxy A51, с немножко лучше камерой и чуть-чуть лучше процессором и лучшей автономностью, значительно лучшей автономностью. Тут 6000 мАч против 4000 мАч, то есть, ну, внешне, да, они еще отличаются, а 21 он более габаритный, это такой чуть более компактный, более легкий, но преимущества A51 над этим устройством нет никаких вообще. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Максима Вайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!